Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня мы играем самп на проекте Montana RP. И сегодня у нас будет обзор. Сразу скажу, что это реклама, но не спешите бомбить. Да, я делаю обзоры серов в МТА, в сампе, но в КРМП я их не делаю, потому что я снимаю только на крупных проектах. Если вам зайдет самп, пацаны, если вы под этой серией наберете как минимум 50 лайков, то я, возможно, буду продолжать дальше снимать серии по сампу. Как бы все зависит только от вас. Поэтому, пацаны, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. IP все будет описание. Этот проект еще под паролем, он еще открылся, но сегодня он откроется в 14:00 по МСК. Поэтому, пацаны, кто захочет поиграть, обязательно заходите. Серия, если что, с бонусом, как бы да, но не нужно кукарекать, что это ну БРП, это не слитый мод, все сделано, все переделано и так далее. Как бы вот здесь фам я появился. Также у меня есть админка, но я ее попросил чисто для видоса, чтобы мне было удобней. Как бы вот, мы появляемся на спауне, у нас бонус 10 миллионов. Мой ник здесь Кирилл Путбуль, можете вводить его при регистрации. Как бы все будет в описании, IP, группа и так далее. Итак, здесь у нас есть бот, уже елочки стоят, в принципе. И здесь мы у него можем кое-что поспрашивать. А, это квесты, пацаны. Здесь можно выполнять, если что, квесты. Истинность, здоровый образ жизни, полный комплект, будущий охотник, командный игрок, дом, милый дом. Ну, короче, разные квесты. Но их я выполнять не буду, пацаны. Если захотите, то в следующей серии выполню их, либо можно будет стримец по сампу сделать. Ну, пацаны, все зависит от вашей активности и как вам зайдет самп. Потому что, честно, мне больше нравится МТА, чем самп. Но в сампе тоже есть приколюхи, поэтому сегодня у нас будет обзор. Ну что ж, давайте я вам буду показывать не мэрию, не автошколу, а просто интересные места. В автошколе там все просто, просто права покупаете и все, поэтому там смотреть нечего. Так, давайте посмотрим казино. Интересный уже интерьерчик, мне нравится, в принципе. Так, здесь есть автомат или их здесь нету? Так, здесь у нас есть кости. Скорее всего, нужно подойти, кинуть дайс, да? Или как? Я просто не понимаю, как здесь играть. Ну ничего, разберемся, пацаны. Я просто немного туповат сампи, поэтому извиняйте, если буду тупить, в принципе. Так, вот, вот здесь можно играть в казино, но пока что играть не с кем. Потому что, повторюсь, сервер еще не открылся, он откроется сегодня в 14:00 по МСК. Кто желает, можете заходить прямо на открытие, все по ГОСу пока что. Бонус 10 миллионов, я думаю, вы сможете купить себе какой-то хороший домик, либо машину. Кстати, можно здесь наверху дом купить, а? Пацаны, я думаю, тоже будет неплохо. Дом вроде тоже здоровый такой. Поэтому давайте здесь дом купим, в принципе. Все, пацаны, я его купил все-таки. Домик этот. Ох, какой тут интерьер классный, смотрите просто. Реально по кайфу интерьерчик. Отличненько вообще, заебись, заебись. Мне на самом деле нравится интерьер. Будем здесь жить, пацаны. Можно будет еще фому сделать. Не знаю, есть ли здесь система фомы, но надеюсь, что есть. Главное, что вам, пацаны, зашло. Мне то без разницы, в принципе. Главное, что вам заходило. Если вам не зайдет, то, наверное, скорее всего, я здесь снимать больше не буду. Теперь давайте, наверное, купим машину какую-то. Просто вам покажу, что вы сможете себе позволить, когда зайдете сегодня на сервак. Так, все, я приехал, пацаны, можем заходить в автосалон. Это люкс-класс, вроде бы как. Фу, прикольно, кстати, все выглядит так. Так, Инфернус, но самая только эта тачка, я так понял, в сампе, это Инфернус. Давайте поднимаемся, да, вот чекпоинт, и давайте купим себе какую-то тачку. Так, спортивный класс, турбированный класс. А турбированный класс, это типа с чипом или что? Я вот просто не понимаю. У меня еще русификатора нету, поэтому все так выглядит. Я думаю, давайте сразу купим спортивный класс. Как отсюда уйти? Я вот этого не знаю. А, во, просто нажимаем Escape. Короче, здесь нету Инфернуса, поэтому я беру... я забыл, как тачка называется, короче. Все, пацаны, я купил Инфернус, но он не появился, потому что нужно купить в доме улучшение гараж. Блин, оказывается, можно было в любом доме купить гараж. Я об этом не знал. Пишем Home и изменить. Так, здесь будет улучшение. А, нет, улучшение, улучшение. А где улучшение? Так, мебель, домашний сейф по улучшению. Так, сейф, гараж нужно купить. Отлично, я купил гараж. Так, теперь нужно выйти в гараж. Так, улица, гараж. Все, выходим в гараж. Опачки, тапочки. Так, и пишем Fix Car. Туризма. И она вот у меня появилась, пацаны. Реально жизнь удалась. Давайте на ней попробуем выехать. И леги, к сожалению, не было. Точнее, не леги, а... Ну что ж, думаю, это будем заканчивать. Я вам показал, что вы сможете себе купить при открытии сервера. Поэтому, пацаны, IP... группа, мой ник, все есть в описании, заходите, играйте. Я, конечно, не любитель сампа, но мне сервак понравился. Возможно, буду здесь еще заходить играть. Но повторюсь, все зависит от вас. Вы ставите лайки, если вижу, что вы хотите, чтобы я снимал еще сам, то я буду еще здесь снимать, пацаны. Всем пока-пока.